Давайте тогда сделаем так, да? Раз мы с вами уже коснулись большой цели, это двойка, да? Это двойка. Давайте мы с вами коснемся кармы. Карма это супер легкая, она спадет в жизни. Знаете, как? На самом деле, есть новости хорошие, да? Хорошие заключаются в том, что есть, вернее, плохие заключаются в том, что бывают люди, у которых надо удалять карму, да? Есть карма, а плохие. А хорошие заключаются в том, что есть такие люди, которые надо из кармы удалять. Все еще не очень запущен. Еще возможно вариант. Может быть хуже, да? Итак, смотрите, что у нас получается, я сейчас тоже вам предложу. Тоже один как бы ракурс, да, один как бы взгляд на карму. Значит, в чем заключается такая основная ошибка всех кармующихся, да? Рассказываю ситуацию, да? Вот это было в городе Черкассы. Такой замечательный мужик, очень такой харизматичный, полковник, да, настоящий. Подходит ко мне и говорит: Дмитрий Николаевич, а что это такое? Я уже прошел все ступени, там много чего могу, но вот одну карму я себя вытащить никак не могу. Сколько я уже ее тащил, раз, даже не знаю, не получается, вот не все. Давайте, может, мы с вами что-то придумаем. Я говорю, давайте придумаем. Начинаем обсуждать. Он мне говорит, значит, вот первая ситуация. Да? Я работал, я служил в армии, так? Там получилось так, что было у меня была проблема с секретными документами, да? А мне выдали под роспись, а я там не оформил, и, короче, меня убрали. Да? Из армии выгнали, да? Потерял я армию. Да? То пришел я на гражданку, да? Начал делать свое дело. Когда начал делать свое дело, я не рассчитал свои силы, да? И опять лишился работы. То есть там работа была армия, здесь работа это там, магазин или какое-то дело, да, я не помню. И третья ситуация у меня, говорит, мне предложили быть депутатом. И я вложил все деньги, что у меня были на это дело. А когда пришла очередь вкладывать их, они меня кинули. Деньги мне не дали. Я остался и без денег. Деньги влила в мою компанию, вложены, как их изменить, да? И опять я лишился работы. У меня три ситуации, когда я лишаюсь реальной работы. Вот скажите, пожалуйста, это цепочка или нет? Да. Если да, то почему? Если нет, то тоже почему? Да, тема одна, связана с работой. Тема одна, связана с работой, значит, цепочка? Да. Почему? Не стереотипности Получается, что в данной ситуации, да, типичным элементом является логический вывод. Так? А что должно быть? В первом случае его поставили, в втором случае он оказался неадекватным, в третьем его предали. Какая это цепочка? Это три совершенно разных ситуации, которые вообще никак, абсолютно, ну, понимаете, какая штука? Наиболее частая ошибка двоечников заключается в том, что они логические какие-то заключения принимают за типичные элементы. А типичными элементами являются всегда ощущения. Понимаете? Вспомните, дыр, это что? Ощущение, и еще раз ощущение. Это такой нюанс. И опять же, да, если мы с вами начинаем рассматривать карму,
да, системно, то есть смотрим где там энергии и так далее, и так далее. Потом опять же есть какое-то описание ситуации, да, есть какая-то мотивация, есть какое-то время, есть какой-то результат. То есть я к чему это говорю? Карма тоже является программой. На неэффективность. То есть мы можем смело подходить к карме как к программе. Знаете, как к программе. И точно так же, как мы программу на удачу и везение в себя вставляем, а это мы вынимаем, предварительно обнаружив, где она находится. Тут возникает такой интересный момент, тоже какое-то трудное понимание, да? Вот смотрите, есть у нас с вами человек, да? Человек. Он с помощью сознания, да, расписал три ситуации. Так? Дальше, он третьей ситуации, он по поводу их испытал какое-то ощущение. Так? Дальше, он обнаружил, что эти ощущения одинаковые, то есть типичные. Раз они типичные, значит можно сделать интеграл. Так? И он сделал интегральные ощущения. Да? Где это все происходит? В каком пространстве? И дальше что происходит? Да? Когда это интегральное ощущение у него возникло, да? Скажите, пожалуйста, если оно у него возникло, оно же где-то уже зафиксировано. Виртуал есть? Да. А на теле физическом есть? А на эфирном теле есть? Да. То есть если я начинаю эту штуку на экране крутить и восходящим закачивать, у меня что происходит с эфиркой? Та область эфирного тела, которая входит в резонанс, она начинает как-то реагировать? Да. И тогда я с этой штуки, переключаясь на ощущение тела эфирного, понимаете? Дальше эта штука меня уже пока не интересует. Я полностью переключаюсь на ощущение тела. Внимание, вопрос. А что я сразу не могу на ощущение тела? Чем это взять маскарад? Есть цепочка реализации, да, с виртуального пространства, возможно, до нисходящей. Там такая ситуация, чать берется. Тело могло испытывать. Вообще чать. Почему работа кармологов по отношению ко мне менее эффективна и делает меня слабее? А моя собственная работа с моей кармой делает меня сильнее. Сознание. Ну, во-первых, потому что вы сами с этим справляетесь. А во-вторых, когда мы составляем эту цепочку, мы же берем те события, которые появились, о которых мы сознательно знаем. Но корень-то может быть еще до... Да не может быть еще, а корень находится где? Он в бессознательном, а он раньше. Корень находится, да, находится в подсознании. Понимаете? А скажите, пожалуйста, сознание и подсознание на одном языке разговаривают? Нет. Скажите, пожалуйста, если у вас появится на экране ваша какая-то из программ на удачу везения, вы сможете определить, что это за программа? Легко? Не факт. Да никогда вы не определите. Вы только тогда можете определить, ну появился какой-то сгусток, у меня от него какие-то ощущения, ну и дальше что? Надо их описать. Вот есть, как вы их опишете? Чем? Ситуацией. То есть... Нет. Если я начинаю вызывать программу, она появляется, и я знаю, что я ее позвал, и это она. Понимаете, какая штука? Если она сама появилась, фиг его знает, что это. Подсознание же мыслит образами, а сознание мыслит языком. Поэтому, друзья мои, если я хочу обнаружить в эфирном теле карму именно на уровне подсознательном, да, то я в сознание, да, формирую сначала воспоминания, потом в них ухожу, ощущаю то, что ощущал тогда, беру три ситуации, объединяю, получается интегральное ощущение, я их закачиваю восходящим, то есть по этому поводу вибрирую, да? Дальше определяю, где резонанс находится, и дальше штука для меня тоже не актуальна. Я обнаружил, где находится собственно вот эта программа, которая к этим делам приводит.
когда на нее переключаюсь, я перехожу в чистые ощущения. Размер, форма, цвет, где находится, какие ощущения, понимаете? И тогда я начинаю уже из эфирного тела выдирать, собственно, вот эту программу, вот эту вот в эфирке, вот эти все вещи, да, я их вынимаю, так? И дальше, да, опять же, с помощью сознания формирую антикармическую программу. Опять же, перевожу ее в интегральные ощущения. То есть перевожу ее на язык, понятный по сознанию. И ее к себе. Понимаете, какая штука? Вот это насчет этого понимать. Роберт Михайлович, а вопрос по поводу антикармической программы. Давайте. Есть не мнение, да, а предложение, было предложение высказано о том, что не нужно, да, не нужно брать те же ситуации, которые были в кармических ситуациях. То есть брать какие-то ситуации, то есть этих людей не брать, эту ситуацию, ну то есть сказку формировать. То есть вот как надо на самом деле формировать антикармическую программу? Как бы вы хотели, чтобы она начиналась? Да, да. Ну, имеется в виду отталкиваться от тех событий, да, можно абсолютно как-то или просто не брать. Понимаете, в каждом, на самом деле, самое главное, чтобы это ощущение было диаметрально противоположным. Ну, просто, да. Можно брать другую ситуацию. То есть, на самом деле, не принципиально, да? Все-таки желательно, чтобы она была приближенной к той. Но эта ситуация абсолютно искусственная, вы же ее моделируете, вы же как бы вы хотели. И тут смысл в чем заключается? Смысл заключается в том, чтобы когда вы удалили из себя вот этот сгусток, понимаете, да? Но он же не обособленно существует, он же оброшен связями. Вы взяли ее как бы и выдрали, да? Значит, это дело так оставить, что и происходит при просто тупом удалении кармы, там, угодно, да? Вам ее убрали, вам стало легче. Проходит какое-то время, и нарастает все по новой, понимаете? Если живым убрали сгусток, вместо него поставили диаметрально противоположный, он более-менее вписывается, дальше мы прокачали потоками, он слился. Вот вы обратили внимание, да, что когда антикармическую программу подносишь, она как родная, щелк, как будто она всю жизнь была. И дальше, знаете, есть такой хороший прикол. С кем нельзя встречаться антилопе, ни в коем случае. С лопой. Что будет, когда лопа слезет с антилопой? Они делятся. Понимаете? То есть если вы убрали из себя кармическую программу, да, на пустое место, тут очень важный момент ощущение пустоты на месте удаленной структуры. И вместо нее вы вставляете анти, а она то же самое, только наоборот. Она раз и стала. Но потом получается интересная штука, да, даже изменили внутри, да, но внешний мир-то пока еще не изменился по отношению к вам. То есть вы будете попадать в те же самые ситуации, да, и вам необходимо уже реагировать по-другому. Ведь удаление кармы, оно к чему приводит, по большому счету? Оно приводит к безэмоциональному отношению. А раз безэмоциональное отношение, значит мы соображаем. Раз мы соображаем, значит что? Значит мы на грабли не наступаем. Знаете, что может быть страшнее, чем наступить на грабли? Наступить на детские грабли, друзья. Это касается мужиков. Большие грабли это, ну, нос поломал, да фиг с ним, за нос не было. Если грабли, да. Это уже и вы, друзья. То есть что получается? Для того, чтобы мы, попадая в какую-то ситуацию, да, реагировали не эмоционально, то есть сохраняли соображение, это приводит удаление кармической структуры. Что как только вы попадаете, видите, что получается? Да, вы попали в ситуацию, да, у вас возникли какие-то эмоции, так? Возникли какие-то ощущения тела. А когда-то это у вас уже было, и вы были неадекватны. И вас сразу скринивали. Кому хочется быть там, где вы были неадекватны? А раз вас скринивают, вы теряете возможность соображать. А раз вы не соображаете, ничего хорошего при этом не получится. А если вы соображаете нормально, то смотрите, можно сильно объяснить человеку, что у него карма. Ты такой убийца. Я помню, у меня товарищ был близкий, да? А я когда-то у его отца помещение снимал. Ну, там у него дом был большой, я там у него по цеху
помещение арендовал, да? Посмотрите, ситуация, да? Мой товарищ Юра, его жена Света, подруга моей жены, да? Я там работаю допоздна, он приходит с работы, он работал конструктором на заводе, да? Со смены пяти, по идее, да? Он приходит в 10 часов. Вот такие губы, глаза блестят, сытый, с работы. Я чуть не плачу, блин, Света, думаю, ну увидь, я не могу его заложить кореша, понимаете? И мне ее жалко, и его мне жалко, понимаете? И я целый год арендую помещение, он каждый день приходит. И вдруг она сообщает мне жене, ты представляешь, у него кто-то есть, оказывается. И умная тетка, не дура, не видела, понимаете? А нафига ты ее видишь? Если увидишь, надо что-то сделать. Понимаете, конечно? А лучше что? Ну, любой понимает, откуда он пришел, да? Любой. Парадокс. То есть, смотрите, что получается, да? Если человек, да, был в какой-то ситуации неадекватен, да, он не желает возвращаться туда. Еще раз, да, там пробовать. Второй нюанс. Если человек все-таки попадает туда, да, у него возникает одно из двух желаний. Первое его желание возникает, это ответственность переложить на кого-то. Это не я, это он, да? А второе такое. Потом два. Вспоминаем. Карма, да, первое ощущение это нежелание самому испытывать чувство вины, да? Второе желание переложить вовне. Вот это чувство вины является очень таким четким критерием. Поэтому, да, любое государство, оно всегда старается у народа чувство вины вызывать. Если вы можете человеку вызвать чувство вины, это возможность для манипуляции безграничная. Да? Ну, смотрите, могу это элементарно доказать, да, вот кто желает быть участником эксперимента? Вы, ну, давайте. Вот смотрите, ситуация такая, ставьте нас здесь, да? Смотрите на меня. Смотрим на ее реакцию, да? Смотрите, спросите меня, как вас зовут? Что у меня происходит сразу? Понятно? Вот и все. Вот она моя. Одна секунда, понимаете? Всего лишь. Она не знает, чем меня обидела, да? У нее только одна мысль. Как-то скорее все дело сгладить, да? А тут я ей предлагаю. У меня готово все. Понимаете? Все. Абсолютно невинный вопрос. Но я обиделся очень сильно. Она меня обидела. Раз я обиделся, она меня обидела, понимаете? Раз она обидела меня, она не хочет быть виноватой. Она ищет поддержки. У кого? У меня. А у нее есть, как это делать эти проблемы. Вот вам возможность для манипуляции. Безграничная совершенно. Поэтому каждое государство старается вот эту болезнь под названием карма культивировать. Люди без кармы не нужны. Свободные люди, не зашоренные. Спокойно реагирующие и так далее, и так далее. Все. Невыгодно. Поэтому мы, знаете, тщательно пережевывая пищу, припомогаете обществу. Помните, да? Да. Поэтому, работая с кармой, вы действительно оказываете большую такую, да, конструктивную совершенно, да, вещь. И очень сильно помогаете. Потому что, скажем, сам ваш вид, довольное, да, довольное лицо, да и ребенок смотрит на меня, как я живу, у него тоже такая схема получается, да? Если вы с кармой интенсивно работаете, да, вы делаете общество более что? Более чистым, да, более здоровым. Это совершенно сильно, да? И более того, если вы показываете всем, что можно цели достигать еще и таким способом, то вы тоже такой способ культивируете. Вы являетесь тем человеком, который нечто новое. А это всегда полезно, потому что в этом случае вам даются разные интересные возможности. Раз вы делаете общество сложнее, да? Значит, вы что? Полезно? Полезно это будет. А раз вы полезны, значит, на тебе, то на тебе все. Так, ну что, я думаю, что мы разобрались, да, с большой целью и с кармой. Почему мы с кармой зацепили? Потому что очень часто схема какая? Предельно проста. У меня есть цель, да? И она по-прежнему есть. Почему?
что карма? Потому что, наверное, карма тоже может быть. Ведь у меня есть цель, я же пойти пить водички, такие прям, шел, пил. И забыл. Да? Другой вариант, у меня есть цель купить себе там, наверное, самолет Боинг, да? Я бы не отказался, но я для этого ничего не делаю, но мне это нафиг не нужно. То есть у меня есть цель, но невозможно достижение меня никак сам. Но есть же цели, которые я хочу и не могу, и хочу, и не могу. Значит, по этому поводу можно предположить какое-то противоречие. Понимаете? Если я по-прежнему не могу достичь, но по-прежнему хочу этого. Да? Значит, достигая этого, я себя делаю только, да, более что. Так ли? Так далее. Поэтому очень часто бывает так, что цели мы не можем достигнуть, из-за того, что у нас карма. И бывает так, что ты цель поставил, да, ничего не получается. Вот простой пример рассказываю, да, у меня был один парень, да, на клубе. Знаете, как на клубе, я на клубе когда работал, приходит парень и смотрит, Леонид Михайлович, у меня вот такая цель, говорит, даже стыдно сказать, я говорю, вообще стыдно. Вот я вот хочу с девушкой встречаться, но длительно, не кратковременно, да. Значит, парень из богатой семьи, парень симпатичный, умный, занимается в институте. В принципе, хорошо одевается, да. Вот, нормальный, адекватный парень, ну, современный, да. Я говорю, ну давай распишем программу там, на удачу и везение. Начинаем писать там, что, зачем, когда, пути. Он, вот не знаю, какие пути. Я говорю, ну хорошо. Где можно познакомиться с девушкой? Говорит, не знаю. Я говорю, ты хочешь в институт? Да. Сколько у вас на потоке девочек? 100. А парней 5. А где можно познакомиться? Не знаю, говорит. Я говорю, ты в транспорте ездишь? Да. А бывают девушки? Бывают. Так где можно познакомиться? Не знаю. А ты в какой-то компании там тусуешься? Да. Там девушки есть? Да. Так где можно познакомиться? Не знаю. Я думал, он шутит. А действительно клин. В башке клин торчит, понимаете? Удалили карму. Я говорю, так, еще раз. Я вам ничего, конечно, не объясняю, но сейчас ставим эксперимент. Опять заходим на составление большой цели. Когда дошли до пути, как он начал рассказывать, я и не предполагал. И понимаете, то есть первый раз был заход совершенно никакой, он даже ни одного варианта не предполагал. Вот тут же сели, удалили карму, да, ну обычная клубная там на коридоре разговор, да. Тут же удалили карму, хлоп, все, перевел пути. Понимаете? Вот и все. То есть до смешного доходим, да? Вроде пустяк, а не получается у вас все. Адекват это ерунда. Адекват нет проблем. Вот не одной квартиры, а вот 20. И так по нему и не скажешь. Так или нет? И тоже их каким-то образом купил. И еще купить 20 совершенно спокойно. Почему? Нет противоречия. Если у нас сделал это 3 раза, то 4 раз. Понимаете? Так что я желаю вам, чтобы вы с данными техниками работали. Да? Желаю вам, чтобы вы достигали своих целей. Ну и желаю вам, чтобы вы свои цели рассматривали системно. Потому что если вы подходите системно, да, то у вас как бы есть шансы более глубоко. То есть вы, получается, как только вы поняли, какая здесь система, вы уже вышли за пределы. Чтобы понять, как это устроено, вы должны выйти вовне. А разве вы вышли вовне, как любая никакая система не может познать себя изнутри? Да? Это же закон. Раз вы поняли ее снаружи, значит все, вы уже не внутри. Значит, вы уже можете что-то переставлять. Понятно? Поэтому спасибо большое за внимание.